Новокова, это только начало. Вот мы на следующее предприятие поедем, там у нас большие планы. Там строительство второй очереди до 4000 рабочих мест. Развертывание автопредприятия на 1500 работающих на 1000 автомобилей. И на будущий год начнем аэропорт строить в Балаково. Вот что такое Балаково. Поэтому жителям Волжска надо готовиться для того, чтобы идти записываться, работать на предприятии Балаково. Не хватает рабочих рук. Главу вот спросили, говорим, сколько свободных рабочих рук? Он говорит, 700 человек. Все. А где остальные? Нужны автобусы, чтобы их доставлять. Не автобусы нужны, а надо мужчин возвращать в семьи, чтобы они назад возвращались. Вот он говорит, 700 у него свободных рабочих рук. Их больше. Больше они работают в Москве, в Подмосковье. Их больше тысячи. Да. Вот эти тысячи должны к нам вернуться и здесь работать, получать хорошую зарплату, приходить домой ужинать, утром завтракать, чтобы их дети, семьи провожали. А вы что сделали? Все разъехались. Может, махнем главы Вольского сюда, а Соловьева там. Вы не надо. Вы домахались уже. У вас это было. А сейчас никак не разберемся с собственностью. У нас распродали там в Вольске все. И детскую поликлинику, и роддом сейчас возвращаем. Кто продавал? Вы продавали. Я лично. Не вы. Я денег не имел оттуда. Ну надо бы еще вы имели. Да, вас надо было везти в Кутузку. Не надо. Кто там сидит, штаны протирает. Вот вы и разбираетесь, кто штаны протирает. А здесь вот смотрите и гордитесь, какое здесь предприятие. Работает, здесь деньги вкладывают. А нас Вольскую маленькую родину вот, свою забыли. Вот смотрите. Ну, значит, забыли. У вас были только 2 недели назад. Правильно было бы рассмотреть Балаково как возможность пришли. Здесь самореализация. Особенно прилегающие районы, города, учитывая, что сейчас будут разговаривать со всеми, кто работает за пределами Балакова, всем, чтобы они на будущий год планировали возвращаться. Об этом речь идет.